Нет, почему? Егор, герой! Так, я тебе скажу, отстань от меня, пожалуйста. Ущерка секунду. 45 килограмм – мой первый подход. Штанги. А. Следующий – 50. Да. Встань в упор на одну ногу. Встань. Вот так лучше. И вверх. Давай, 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 вверх. Опа. Да, ого! Нет! Телевидение! Освободите меня от этих женщин! Хороший, нифига он так высоко подпрыгает! Егор, тебе надо выучить прыжок, пожалуйста, выучи прыжок, это будет гениально, ты понимаешь? Не шутка научиться кататься за несколько месяцев. Выходить и вот, чтобы все показывать это. Как, чему ты научился? Костюмчик одевать. Ну да. Конечно, были моменты, когда хотелось бросить все и послать всех куда подальше. И по-моему, даже мы посылали друг друга куда подальше. Вот, ну, с Катей это происходило редко. Я даже, мне кажется, не... Ну, как был, да? Ну, был. Ну, был, да, да, был, да. Ну, тоже такой момент испытания. Я думаю, что с каждым из ребят я бы пошел бы в разведку. Точно, совершенно. Но в разведку в этот раз Егор, как обычно, идет с Катей под музыку Рахманинова, вокалист.
Ирина Гордеева и Егор Бероев. Абсолютные лидеры. Шоу «Ледниковый период». И до Нового года, и в суперфиналах они чаще других пар. Практически всегда получали максимальные баллы. Какой это труд? Сколько времени было потрачено на тренировки и репетиции на льду? Сколько времени было отнято у семей? Ведь у Кати Гордеевой две дочки, Даша и Елизавета, муж Илья Кулик, постоянное проживание в США, мама, которая не пропустила ни одной нашей программы и очень за Катю болела. А у Егора Бероева и Ксении Алферовой двухлетняя дочка Дуняша, тоже оставшаяся практически на 8 месяцев без внимания родителей. И, может быть, эти замечательные дети через несколько лет сами будут участвовать в нашем ледниковом периоде. Yeah.